Саш, смотри, что-то сохранилось. Все, что осталось. Ищем следы от Якунчиковой дачи. От вишневого сада. Что это такое? Что-то фундаментальное. Какой-то спуск крутой. Это клуб. Не, наверное, тут был какой-то столб. Вот тут какие-то дорожки. Это какие-то плодовые деревья. Перерост, видишь? Ты так тихо говоришь, чтобы тебя не было слышно на камеру? Да. Но тебя все равно слышно. Ты уже снимаешь. Ой, посмотрено. Чешки по дому к лесу, я войду на твой лесу. Чешки по дому к лесу, покопаемся немножко. Да, хорошо, что я эти кроссовки убил. Ну да, их не жалко. Боевые кроссовочки. Смотри, какая тропинка. Тоже, наверное, к реке идет. Нет, туда не пойдем. Вот дождик. Дождик. А у меня есть зонтик в рюкзаке. Поэтому далеко лучше не пойдем. Не пойдем. Только за поворотом посмотрим, что ли. А, там еще прямо далеко. Ну ладно. Как-нибудь в другой раз.
хочется не посмотреть. Какой-то домик. Да? Какая-то постройка. Вот это, наверное, крутой спуск к речке. Просто офигенный. Вот это вот открытое место, похоже, что здесь была усадьба. Но никаких следов, да? Мы оттуда пришли. Кроме небольшой горки с кирпичами. Вон там птичи, там какие ягодки. Может, это и старый фундамент? Нет. Нет? Сейчас подойду. Вот там где. Все, выходим. О, видишь, столбы остались. Были ворота. Ворота были, наверное.